Те люди, которые выросли на песнях популярной когда-то группы «Иванушки Интернешнл», помнят одного из ее солистов Кирилла Андреева. Обаятельный и талантливый певец был тогда в центре внимания. Девушки многие хотели закрутить с ним роман, но молодой человек не торопился жениться. Он встречался с разными женщинами. Судя по разговорам, когда-то перед его обаянием не устояла даже Жанна Фриске. Но все изменилось, когда Кирилл повстречал девушку Лолу. Они познакомились в конце 90-х. Как ни странно, Лола даже не знала, что Кирилл – певец, и влюбилась в него с первого взгляда и готова была прожить с ним всю жизнь. Недолго думая, влюбленные поженились, а вскоре родился их сын, которого также назвали Кириллом. В семье не все шло гладко, но супруги смогли преодолеть все трудности и уже прожили в браке целых 20 лет. Лола стала для Кирилла настоящим другом и любимой женщиной. Сын пары Кирилл сегодня женат на девушке по имени Аделина. А недавно Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. В июне 2021-го на свет появилась его внучка Аннелия. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.